болельщикам, любителям борьбы. Спокойно 3-0 пока обыгрывает Кади Магомедов. Именно обыгрывает. Вчера мы видели, Карданов интересные схватки вытаскивал. И проигрывая, мог второе дыхание открывать, мог включиться и вытащить схватку. Посмотрим, что сегодня он предпримет в финале. Сложно, сложно, конечно, подобрать ключи к такому опытному атлету, как Магомед Хабиб Кадимагомедов. Огромный опыт за плечами у парня. Был в свое время чемпионом России и участвовал на чемпионате мира. Попытка контратаки. Вот потом перешел за команду Беларуси, уже все весомые результаты показал, выступая под флагом Беларуси. Вот еще пассив дают красному. Если Карданов не активизируется, опять будет объявлено 30 секунд. Но судьи не поддержали. Руководитель поддержал данное решение. Схватка продолжается. Чуть больше минут. Ох, какая подсечка красивая. Вы видели, друзья. Жаль, что чуть-чуть не завершил. Можно было бы оценить, конечно, в 4. Но неполноценное действие. 2 балла. Очень красиво. Мы говорили о том, что отличается зрелищностью Кади Магомедов. В любой момент может взорваться и показать всю красоту борьбы. Еще 2 балла. Не хватает, конечно, ни силенок, ни опыта, ни, как видно, скорости Карданову в этом состоянии. Делает, наверное, то, что можно, но тут по всем прогнозам было понятно, что выиграть такой схватки будет сложно. Ох, какая атака. Удивить хотел Карданов красивым приемом. Не получилось. Опять за спину уходит Кади Магомедов. 2 балла, 9-0. Призеры и победители весовой категории до 65 килограммов приглашаются на 26 секунд до конца этой схватки, которую Кади Магомедов уверенно проводит. Да, уже абсолютно расслаблен Кади Магомедов, все чувствует, контролирует, опущены руки. Можно сказать, на опыте, на своем чувстве. Вот. Ну, не хватит, наверное, времени. Да, не хватило времени. 0-9. Друзья, уверенная победа. Поздравляем команду Белоруссии, тренеров. Поздравляем муниципальную школу номер 3. Победил города Махачкалы и тренера Гасана Абдулбасырова. И стал победителем. Тепло встречает публика. До 74 местного парка. Выступающего за команду Руси. Ну и не стоит расстраиваться Карданову.